Вы думаете, зачем я огород поливаю? Это, голубчики мои, чтобы морковка быстрее росла. Ведь овощи со своей грядки в 1000 раз ребенку полезнее. А еще я вам расскажу сказку про то, как правильно питаться. Шагал солдат домой на побывку. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли. Только вот проголодался служивый. Да и по правде сказать, притомился немного. Огляделся солдат. Видит, на опушке леса избушка на курьих ножках стоит. С лапки на лапку переминается. А в избушке старушка смотрит на солдата и почему-то принюхивается. «А, — говорит бабушка, — солдатик, тот, я чувствую, русским духом пахнет. Заходи, милок, ужинать будем!» Солдат обрадовался. «Вот это дело!» Знает бабка службу. Сначала накормит, напоит. Не то, что некоторые сразу в атаку посылают. Повернулась избушка к лесу задом, к солдату передом. Солдат перешагнул порог и встал, как вкопанный. «Мать честная, курица лесная! Куда это я попал? Это ж непростая избушка! И старушка эта непростая, а настоящая бабка-ёжка костяная ножка! Вот так оказия!» А баба-яга кричит: «Ты давай-ка, соколик, не робей! Усаживайся на лопату, да ко мне в печку милости просим! И не упирайся, пожалуйста! Сейчас мы из тебя шкварок нажарим, а кроме тебя, служивый, у нас ужинать нечего!» «А не обманываешь?» – прищурился солдат. «В смысле?» – опешила старушка. «Говоришь, кушать нечего. Только врать, между прочим, нехорошо. Вон, топор у тебя под лавкой. Неужто про топор позабыла?» – говорит солдат. «Шутишь ты, что ли, болезный?» – возмутилась баба-яга. «Топор же ж несъедобный!» «Ладно, хватит мне тут голову морочить, живо полезай в печку!» Только солдат бабу-ягу не слушает. «Ты, бабушка, вместо того, чтобы ругаться, неси-ка лучше кастрюлю, да побольше! И скажи, где водицы ключевой набрать! Я сейчас кашу из топора варить буду!» «Каша – это еда полезная! Не то, что чипсы какие-нибудь или пицца неизвестно из чего сделанная!» Призадумалась баба-яга. «Ладно, солдатика, будь по-твоему! Посмотрим, что у тебя выйдет!» Принялся солдат топор варить. Варит. Черпаком в кастрюле воду мешает. А бабе-яге не терпится кашу из топора попробовать. «Ну что, милай, сварил с топора ли как?» Солдат попробовал. Чё-то не хватает. «Может, солью положить?» Принесла бабе-яга соль. Солдат посолил, попробовал. «Ну и вкуснятина!» «А мне!» Скачет бабка-ёжка на одной ножке. «Тебе? Боюсь, что тебе не достанется. Больно мал топор. Мне самому тут на один зуб. А нет ли у тебя, бабуся, еще одного топорика?» «Нету, милой!» — вздохнула баба-яга. «Бензопила есть. Может, бензопила подойдет?» Задумался солдат. «Не подойдет. Бензопила в кастрюлю не влезет. Может, у тебя крупа какая-нибудь есть?» «Есть, как же!» — обрадовалась старушка. «Погоди, солдатик, я мигом!» Всыпали в кастрюлю крупы. Солдат помешал, попробовал. «Готово!» — говорит. «Накрывай на стол, бабуся! Да масло не забудь! Кашу маслом не испортишь!» Сели они кашу кушать. Баба-яга ест да нахваливает: «Голубь ты мой сизокрылый,
Спасибо тебе, уважил старушку. Я в жизни лучше каш не пробовала. Ты напиши мне, пожалуйста, рецептик. Я больше никогошеньки есть не буду. А перейду теперь на здоровое питание. Вот я и говорю, что человек, если правильно питается, то он сразу добрее становится.